Всем привет, с вами Влад. Этот гайд будет посвящен открытию секретной визитки Тролльтастика на карте Шаолинская рулетка. Ну а теперь все по порядку. Первым шагом нужно собрать все радиоприемники, всего их 7 штук и 17 местоположений. Да, это те же радиоприемники, которые мы с вами искали, когда делали скрытый приз «Барабанная дробь». После того, как вы нашли последнее радио, вам нужно подойти к часам и дождаться, когда миллиардер передаст нам первое зашифрованное послание в виде привычных нам символов. Вот это послание. «Меня зовут Дэвид Сэвидж. Ищите мое сокровище? Удачи вам найти его среди мусора в этом городе». Музыка. Третьим шагом вам нужно активировать урны на двух станциях метро. Всего их 12 штук. Сейчас я показываю порядок активации. Все, это последняя урна. Теперь поднимаемся. И на мусорном баке читаем еще одно послание. Вот это послание. Следующее послание нам нужно прочитать на знаке «Стоп». Отлично, отправляемся дальше. В дискоклубе будет еще одна криптограмма, также читаем ее. Перевод прилагается. Теперь отправляемся на первую локацию. И вот здесь за решеткой будут появляться символы. В моем случае они не появились. Заглючила игра. Если у вас заглючит какой-либо из символов, не паникуйте. Просто создайте видимость того, что вы читаете. И все будет окей. Но все же, вот он перевод.
Все, теперь отправляемся к часам и дожидаемся, когда на часах будет ровно 12 часов ночи. Будьте внимательны, время Нью-Йорка, так что рассчитывайте каждый сам свой часовой пояс. Теперь быстро перемещаемся к Джаге и читаем шестую криптограмму. Вот ее перевод. Последнее седьмое послание находится вот здесь на кресле. Сейчас мы нагнем леди удачу. Все, поздравляю вас! Вы завершили охоту за сокровищами миллиардера. Смело заходите в казарму, и секретная визитка ваша. Но на этом наше видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!